Мариуполь находится под контролем российской армии, так заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что, цитата, «на освобожденных от националистов территориях ЛНР, ДНР и Украины налаживается мирная жизнь». По его словам, оставшиеся на территории Азовстали украинские военные заблокированы по периметру завода. В Киеве эти заявления пока не прокомментировали, но в военном ведомстве Украины сообщили, что в город прибыл первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко для подготовки военного парада.